Во-первых, я хочу подчеркнуть, что первое, что мы сделали на самом старте, мы спросили жителей, что они ждут от города, какая у них мечта, каким бы они хотели видеть Петропавловск-Камчатский. Именно это мы базировали нашу всю дальнейшую проработку. Было проведено более 20 стратегических сессий, тысячи человек приняли участие, и мы продолжаем постоянно дорабатывать, уточнять. Буквально вчера сразу по прилету Максима Станиславовича мы с нашими активистами встречались. Другое дело, что сейчас тот этап, когда профессиональные архитекторы со всей страны занимаются планировочными решениями. Сейчас по итогам мы обобщим все рекомендации и до сентября представим жителям уже в виде презентации, видеоролика, то видение, которое мы перед собой ставим, с тем, чтобы потом уже, так скажем, в согласованном формате докладывать президенту Российской Федерации в сентябре. Рассчитываем, что по итогу мы получим поддержку от федеральных органов исполнительной власти, от наших институтов развития, для того, чтобы самое главное, мастер-план не остался красивыми картинками. К сожалению, такое было уже в истории города, когда рисовались разные проекты, которые оставались прожектами. Моя главная задача, чтобы это все сразу пошло в дело. Могу сказать, что первые проекты мы реализуем уже в 2022 году. Здесь, в центре города, благоустройство Култушного озера, первые элементы благоустройства набережной. Поэтому, что называется, не за горами трансформация города. И мы, определив долгосрочный план развития, начинаем по нему идти прямо сегодня.